Из овощеводов в доярке. Так складывался трудовой путь Ирины Ивановны в колхозе «Луч». Работать приходилось от зари и до заката, но результаты были потрясающими. Если по области надои молока в среднем составляли 3-4 тысячи килограммов в год, то ее коровы давали в два раза больше. Ирина Ивановна охотно делилась опытом с коллегами, а близким прививала любовь к земле и родным местам. Четверо детей и все внуки работали в этом колхозе.